Международный день студента в вузах Беларуси прошел весело и необычно. В этот раз в праздник воля обучающихся в институтах и университетах стала законом даже для ректоратов и деканатов, которые на целый учебный день передали свои полномочия самой креативной и заводной ячейке общества. Брестский Пушкинский университет не стал исключением. В день самоуправления в графике мероприятий оказалось несколько совещаний с участием дублеров первых лиц вуза. На повестке дня самые актуальные для учебного заведения вопросы. Перед тем, как вывесить информационный лист по поводу промежуточного контроля знаний, собирается старостат, в ходе которого староста непосредственно сами председателями старостата осведомляются, и выдается такое задание объявить всем своим студентам, что вот на информационной доске будет вывешено объявление, подойдите, пожалуйста, посмотрите, чтобы вы знали, с какого по какое число. Необходимость проведения Республиканского дня самоуправления во многом определена тенденциями времени. Вовлекая студенческую молодежь в процесс управления учреждением высшего образования, администрация вуза не только налаживает двусторонний диалог, но и совершенствует формы и методы взаимодействия для принятия серьезных образовательных решений. Для многих из тех, кто в этот день попробовал себя в качестве ректора, проректора, декана или просто педагога, этот, на первый взгляд, развлекательный опыт поможет определить свою дорогу в профессиональной жизни. Удивляются студенты, удивляются преподаватели, которые до сих пор не в курсе о том, что в университете проходит день самоуправления. Я уже имела опыт общения с деканами других факультетов, это, разумеется, сегодня дублеры. Мне, в общем, нравится. В роль я, наверное, вошла быстро. Первый проект – это, в первую очередь, огромная ответственность для меня. На самом деле, это было довольно неожиданным решением, потому что меня порекомендовало руководство моего факультета, но я, естественно, с большим удовольствием согласилась, потому что для меня это уникальная возможность повысить свои лидерские компетенции. Кстати, решения, принятые во время заседаний и совещаний, будут заслушаны во время полноправного реального совета университета. Интересные формы и методы работы будут взяты на вооружение и, возможно, станут изюминками учебного процесса для педагогов Пушкинского университета.